19 июля это Роман уже третий тут подпиливал, залез. Сейчас делал, выпил. Но выпил, делает под домкрат, он там. Продолжает Роман дальше будет. Где послушай? Где? Неси за стакан. Что здесь творит? Быки. Сок. Сок без этого. Вот смотри. Тополиный сок. Понятно, еще бы. Такие потоки поднимаются вверх. Такое давление. Я вчера не понял, думаю, что шумит. Как на море, да? Yeah.
купил, ты знаешь, как делать правильно? Как? 30% на три части делаешь дерево. Вот здесь я чуть-чуть перепилил. Получается, вот делишь раз. Ну где-то вот так выходит, третья часть. Угу. И на третью часть вот этот должен быть запил. Ага, все понял. Здесь остается 2/3. Потому что если много, оно потом. А мало тоже плохо. Полезная информация. Конечно. Я сегодня его заснял, как он там лазил туда. Правда, они коротенькие получились. Каждую ветку пришлось отдельно. Потому что он долго так поднимается. Не знаю. Ускоренная съемка такой. Это на компьютере надо обрабатывается. Телефон? Никогда. Работа прежде всего. Все на короткой. Чуть не допилил. Да уже идет. Там он затянут весь горизонт. Как бы ветер не поднял. Ну да, главное ветер. Как-то у нас еще ветер есть. Что, позвать на помощь или? Да сейчас мы позовем. Или что, Никиту позовешь? Никита, я даже не знаю, где он у нас. Он пока приедет уже, надо валить будет. Все готов. Ну что, надо сейчас сюда Сейчас Виктор подойдет. Вот, вот этого Виктора имел в виду. Какого? Я и второго позвал. Что, нам лишняя сила не будет? Вот это с ним. Конечно, он наклоняется, он туда. Давление туда же. Оборвалась! Ромка! Ром, оборвалась! Оборвался ремень! А ты что? Конечно! Что тебе, повесит? Че, они потянули, да? Да, они потянули, она сразу сорвалась. Скорее, как-то соединить-то можно, нет? Помоги, брат, может что-то подцепить надо. Здесь надо отсоединять. А там, а ну отпусти, умеешь отпускать?
Я натяну. Люди, натяни. Если надо, кто и связывать же? Ну, да. Эту тогда надо отпустить. Или у тебя еще одна есть? Не вовремя ремень оборвался. Только потянули, и он, видишь, оборвался. К сожалению. Помоги мне. Давай, давай, тяни. Стоп. Все, больше нет. Да? Он не оборвался. Нет, там ремки торчат. Оборвалась она. Господи, это за счет этого домкрата. Домкрат держит. Я думал, ремень порвал. Не порвал? Не порвался он? Нет, он где его порвешь? Богатырь русский лит, как дернули, да? Ну да. Там солнце, солнце, да? Да, дело надо знать хорошее, это хорошо дело. Все. Все, тянуть сейчас сбок надо. О, натягивать. Роман перекрестился, благослови его, Господи. Василиса, я вам сказал. Василиса, я здесь. Большой, а?
что? Дом катит, наверное. Ну, наверное. Еще бы надо кого-то, наверное. А, Ирина принесла, поесть. Туристы. Да он еще сучки спилил, а сучки тоже тянули. А как он на когтях? Нет, у него там приспособление специальное. Рекорд? Нет, в интернете он высмотрел. В общем, тоже. Даже бы ремни выдержали. Пошла, пошла вроде. Так, не качай, а чуть-чуть натягивай, ну-ка давайте. Там домкратом там, понимаю. Ну ремни я не знаю, сколько. Тянем. Пошла, пошла, пошла. Пошла, пошла. Тянем. Еще. Пошла. Берегись. Да, слава Христу. Победа. Победа, да. Слава Богу. А что эти убрали на огород, да? Кто? Провода. Да, он убрал. Слушай, я не буду. Не пользуйтесь, все равно дожди. Так, ну, дожди идут. Ну. Ну что, это может действительно туда? Ой. В ту сторону она лежит и все. Она туда, да? Ну, тебя может на баню, да, достать? До дома она не достанет, а до бани... В прошлом году маленько хотел, а что? А что там, ну, помочь всё, братья? Не, подпил сделать между домом и баней, вот так. Ты хочешь сказать, ее туда не направить уже? Не, ну, она наклонена туда. Аромат банный. Я как бы... Ну, можно, опять же, таким макаром. Я думаю, что лучше все-таки туда, чтобы без всяких последствий. Кто его знает. Ну туда я не хочу залазить, вот что делаю. У меня сегодня такая большая любовь была, когда я земли коснулся. Я всех любил. А ты там долго был, да? Почти 3 часа. Мне все болит, ноги, руки, все. Да. О, сколько с... Соку тут выделяется у тополя. Так корни качает и качает, а дерева уже нету. Не, я сейчас ее туда. Может это? А то сколько она в диаметре-то, тополя тут? Около метра она? Ширина, по-моему, у меня 45. У тебя всего на 5 сантиметров больше? Ну, видишь, так, 45, 80 с чем-то, я думаю. Mm-hmm. Почти 80. Mm-hmm. Так, а так? А так, может, и 90. Ну, нормально. Ну, вообще. Ну, то есть, в среднем 90, наверное.
Слава Богу. Все. Аллилуйя.